Поехали! Диплоскейп против Тиван! Еще одна суперсерия. У Тиван их три подряд, как минимум. Дженджи были на прошлой неделе, на этой неделе у них Диплоскейп и... вроде Хлое должны быть в выходные. Расписание насыщенное. Со всеми ботом-тир-командами уже практически отыграли. Ну вот теперь надо бороться за первую строчку, что маловероятно, конечно, уже учитывая, что 0-2 по личным встречам против дипласов, но вдруг получится. Патч у нас четвертый все еще, Азер Глобал Бан, по идее, продолжает у нас там сидеть. Да, вот нам даже показали этот титр. Ну чё, все убрали. Что будем делать дальше? Смолдеры, Люцианы, Варусы, Калисты, Вай... Пока два бана фейкера прилетает от дипасов. Нок. Два глобала от Алия Нок. Ну, под фланг от Рокса свет выключить, добраться до Смолдера можно. Но Смолдер под Милио, под Кармой. Но Диванам надо тэмпить, потому что если Карма Смолдер Милио заскелится, Смолдера очень тяжело будет убить под двумя щитами. И это будет проблема. У Азира EQR комба с багом. Каждую серию про это говорю. В телеге писал. Я уже столько раз сказал, что с Азиром. Ты, Конер. Но это не твои личинки вообще. Ой, бабл попал по имингу. Гума. Четко имминга пробили. Келлинг без маны уже. Керия без маны. Гума без маны. Пока в целом... Все нормально, у дипласов на боте. Идут практически ивен, одну пластину отдали. Так, ну Люси сделает личинок. Тут неподалеку Онер. Шоумейкер подставляется, хорошо дожит вешку. Еще и кушечку Ноктюрна сайдстепл. Ну, Онер его немножко пробьет, но это такое. Онер тут больше хп даже потеряет. И еще раз должен Шоумейкер на Ешке выходит. Ой, там на топе Дилс отзонили от Урта. Плюс 15 же у Кингена, первая пластинка. Но так-то топ дипласов выигрывает гораздо сильнее, чем будет Тиван. Дракона, да, забирают Тиван. Люсид, по идее, пойдет, мейби личинок доест. Последнюю личинку, точнее, оставшуюся. Зиус отдал ТП на топ. Ну, как будто бы не хочется оверфорсить. Там сейчас Нокс вороной прилетит. Больно будет. Так, Кинген отдал ультимейт Зиуса. Хорошо, Кинген Зиуса пробивает. Кинген. Ладно, Зиус трейд ответ находит. Плюс-минус ровно. Минус ультимейт у обоих. Мне пласы боятся, конечно, еще вот это пассивное давление Ноктюрна постоянное. Ой, Шоумейкер. Шоумейкер разыгрался в этом сезоне. Шоумейкер хорош. Но там сейчас ТП будет, а Фейкер в целом может на ТП вернуться обратно, если сейчас плюсу получил. Ну куда стаки Смолдера на 9-й минуте? Ну пока рано, ну что они вам дадут? Но он, у него 225 еще нету. Как будет приближаться к этому, я скажу. То, что я скажу, что у него там сейчас 60 или 70 стаков, большой разницы не будет. Люсид. США играет по Зиусу, прилетает Унер на паранойи. Корни подрутали обоих. Кинген, станчик по Унеру. Унеру больно. Выфлешивается Унер, да, флешивается Кинген. Пытается разменяться. Зиус от Шоумейкер приходит, медивчик происходит. Это все давление с мида, потому что он фейкера пробивал. Там фейкер пока ТП на мид возвращал. Шоумейкер зарумил. Два килла дипласов. Безответные. 44 стак у Вейминга. Мало, кстати, очень. Онер. Так, стена ставится фейкером. Люсид без флеша. Люсид, по идее, должен умирать здесь. Хорошо поймали Люсида. Есть первый килл для фейкера в этой карте. На топе Кинген. Кинген. Чуть-чуть не хватило демеджа здесь по Зиусу. Зиус. Ответочка прилетела. Но это вторая плейта для Кингена на топе. Бабл попал. Ну, Келлен просто отдает ультимейт в размен.
Самойер идет на топ. Так, Кинген. Это фрикил. Куда Зиус вышел без лица? Ну куда? Так, Эйминг остался один на боте. Вообще там паранойя Онера была, но Онер дракона делает. Шоумейкер продолжает душить Фейкера. 1500 на топе. 1500 у Кингена. Так, Люси делает личинок, да. Морская душа. Но потом просто средником законтестит третьего Дрейка Дипласса, и по идее нормально все у них должно быть там. Шумейкер. Монтер Кью выбил флеш из Фейкера. Сам без флеша остается. О, нер. Ну, Шумейкер, ну, это круто, конечно, что ты Фейкера так душишь. Ну, блядь, ну, респекте Ноктюрна. Что ж ты так далеко-то по туру лезешь прям? По Онеру играет Люси с Кингеном. Пошли корни. Онер пока вроде живет. Кинген. Спелшилд хороший от Онера, окей. Онер вышел. Пять личинок в любом случае Дипласы забрали, шестую тоже для себя получают. Гума остался один на боте, ну и Шумейкер, видимо, на бот, просто ТП может даже даст. Да, ТП дает Шумейкер на бот, ставит Смолдера на мид. У нас Геральт Пайт, Фейкер должен забрать вышку на боте, у него ТП есть. Но это вот то, что еще Шумейкер умер на миде, и то есть ему пришлось давать ТП на бот из-за этого в итоге, и Фейкер забирает вышечку на боте, потому что Шумейкеру пришлось сюда муваться команде. Так, что, Фейкер бым? ТП идет, окей, дабл ТП, его нажимают. Хорошая мантрапи уже в гуму прилетела. Еще по Диосу тоже прилетает. Стена оставится. Шумейкер отзонили. Он нофлэш. Шумейкер. Пока живет Шумейкер. Просто еле жил. В маленьком углу, где не было ни одной кнопки, но все равно додушили его. Героли забрали дипласы. Тут еще и Митуру Тиван забирают. Отдает дракона Эйминг. Но там вторая пачка подходит. Что-то пиво какое-то. Сколько же Талия Спейса дает, если у кого-то флеша нет, и кто-то оверстепает, просто ставится стена и закрывается все. Ну а если этого дракона скипают дипласы, точно. Ну надо хотя бы как-то закрутсмапить, задавить, maybe... А, подождите, там ТП Прио есть у дипласов, НВМ. Зиус без телепорта. Зиус без телепорта. Так файтить надо дипласом. Да, пошел ТП. Им нужен Дрейк. Хорошо, Люси. Все, забрали дракона, реализовали ТП Прио, купили время для Смолдера. Ну, 2К все равно Тиван ведут. Темп какой-никакой есть. 2-0-1 Фейкер. Мид, правда, сейчас. Нет, ладно, дипласы здесь задефают. Фейкер, хорошо. Минус плохо по деймингу. А там мандраки тоже болючие прилетают. Здорово, Дрик. They might trade top side turret for bot side turret. They need to be a little bit careful though. If somehow they get King and on top of them, this can still be a big problem as the TP gets cancelled. Yeah, they are gonna stop the TP. Definitely pretty nice, but have they overextended? Good spell shield, but you can't spell shield everything. Онер? Ой, какая вышка от Фейкера. Нормально, Онер забрали все равно. Фейкер мид позиции. Шоумейкер, да Фейкер мертвый тоже. Там еще Кейден закрывает спине. Фейкер умер. 2 килла для дипласов. Так, ну у тебя огромные проблемы. Их аутскейлит, они отдали дракона. Смолдер выкинул время себе стакаться дальше. На топе плюс 30. Почти 2 слота уже у Реника. И он даже не выигрывает эту карту. Ну, вообще... Пока рано говорить. Но проблемы серьезные. Так, Эйминг сел в Герольда. Походу мискликнул. Так, это вы Герольда въебали, да? Еб. Ладно. Бывает. That would have been. I mean, the drakes will be valuable.
Медвейв подходит. Зиус там ищет фланки. Флэша? Потери, Люсит играет Керри, Флэш отдал. Минус Редемпшн, минус... Мать. Lucid still holding on to his nature's grasp. Yeah, this is one of the problems as a hold up. Так, Фейкер поставил ульту, такая себе ульта Фейкера. Люси тоже ульту отдал. Играют в итоге по Кингену, но это не тот таргет, по которому вы хотите играть, ребята. Люсид должны разменяться джанглерами. Унир умер, Люсид живет! Люсид живет. А зачем вы пытаетесь при Нептуну играть, Унир? Что-то очень странно эти вам сегодня делают. При эти решения какое-то мемное. Так, Шумейкер бэк-тп дал, Люсид идет в базы, фловый уже. Но по идее дипласы должны дракона забирать. 187 уже имминг. Не, ну если мы сейчас еще мидвейв заберем, еще чуть-чуть подеремся, там имминг уже к концу драки может стаки получить. 192 уже. Так, дипласы забрали в мидвейв, забрали вижен реке. Унир потихонечку идет с басы, но там нет ульты и ноктюрна. Kinda useless сейчас. Хорошая мантра Кьюна. Больше, чем пол хп Керри. Ну да, это Дрейк. Это второй дракон, и Смолдер на следующем будет уже с экзекьютом. Так, эйминг 3 слота, 225 стаков. Ебать, ну все, Power Spike приехал. Что делать будем, Тиван? Так, Люсид встрял. Флэша вот надо давать. Люсид, флэш, нажми. Что ты делаешь? Блять, это барон для Тима сейчас будет. Люсид, ебаный в рот. Нажми просто флэш за стенку назад. До того, как тебя контроль пройдет. Я смотрю, Дипас Тиван или Диарикс Брион, я не пойму. Что они делают? Обе команды. Дракон, все. Тиван получает у себя на Шора, ТП в спину от Фейкера. Ой, Фейкер. Умом. Они не знают, где он, но там что-то слишком больно имик накидывает. Не, все-таки Тиван выходит. Так, Зеуса спалили на фланке. Окей, сняли с него сплэшил. Пошла волна. Керина пробили. Кингин Флэша сыграл по Фейкеру. Фейкер флэшаут. Зиус ищет фланг. Свет выключен. Зиуса... Блядь, он Ешку в стену нажал. Зиус, ёб ты мать. 5к Дрейк. Липаем. Смолдер бабл. Окей, Милю без ульты. Зиус пеня, Зиус пеня. Дракона забрали дипласы. По Зиусу развернулись. Зиус. Зиус один здесь ничего не сделает, но там Кингина убили. Зиус, ладно, Зиус делает. Зиус делает. Зиус делает. Ой-ой-ой-ой-ой, дипласы, как же вы трофлите с этой картой? Шумейкер тоже умер, да? Блять, такая фри-игра для дипласов была. Шокич. Но дракона третьего не забрали, правда. Че, игра 20 секунд до имминга, но вообще они не закончат, они заберут сейчас все Т2, они получат миллион золота, снимут, ну, наверное, мид заберут, кул. Да, мид ингиб, Т2 на топе, Т2 на миде, Т2 на боте. 10 тысяч золота преимущества сразу стало. Зиус ПОВ. Бам, бам, бам. Пиздец, косарь выхилил. Well. Got him as well. If DK were able to maintain a front line. Ну не зря он 11-0 на этом персонаже в регулярке, правильно? Кто пиздел на лют с нами? Чат, ну здесь не лют с нами игру выигрывают. На Шора не отдали, потому что Люсид флеш не может нажать. На драконе файт выиграли, потому что Зиус натрол все в адвинагет. Лют с нами просто редиктода пиздит всю игру.
Тут не то, чтобы они их реализовали в early mid-game, как должны были. Они как бы здесь есть, но они не основная причина, почему Тиван эту игру камбэк какой-то выигрывают. Так, Тиван просто на шоры стартанули, эйминг пол хп, гумы тоже пол хп, нами с Мелио работают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, фуловый Люцин, это больно Люсиду, там Люсида опять два предмета. Мама полетела, на шоры Тиван забрали. Ну, Диплас, можно выйти. 30 секунд от Дрейка, Тиван идут в топ. Но как будто бы... Что там, вейв-то есть вообще? Вейв есть. Дипласы могут отдать сторону, забрать душу попробовать. Они успеют вообще забрать дракона и ресетнуться? По-моему, они не успеют. Там Тиван остались на Т3. Ну да. Они реколятся, блядь, Дипласы могли остаться. Ну, можно было ресетнуться паре человек, но не всем. Блядь, они теперь позицию отдали, Дипласы, как же вы плывете? Вы все-то рекольнулись, у вас там дабл ТП был, если что. Можно было там рекольнуть Тейминга с Кейлином хотя бы. В остальной тройке уже дракона бы давно забрали. Так, ну, Диплас, чтобы выиграть эту игру, надо флипнуть этого дракона и всем не сдохнуть. Надо сделать, как-то спиздить дракона и всем не умереть. Чувам просто пофайтить можно, если они файт выиграют, они просто игру закончат, они файт... Так, США по фейкеру играют, там имик стрял, увез за собой Унера, неплохо, кстати. Унер живет, а вот Люсид не живет, как и Кингин. Кингина тоже отстреливают. Кингин флешаут. У него га. Эйминг убивает. Да, Унер флешнул. Нет, все, ладно, ГГ. Фейкер залетел. Ой-ой-ой, Дипласы. Ну вы, конечно, и тролли. Ну ладно, Тиван тоже эрли троллили. В принципе, справедливо. Обе команды троллили, но Дипласы троллили больше. Зиус на Троксе, даже если его в эрли... уничтожить в минус там 40, а забрать пластины, убить один на один, он все равно доскелится и игру разъебет. ГГ получается? 1-0 пользу Тиван. Но проблема в том, что если бы это были GNG, Тиван бы проиграли эту карту, если бы такую не отпустили. Опять проблемы в early game. Так, ну чё? Погнали! Вторая карта, Дипласы также до синей, Тиван на красный, убрали Ноктюрна, Дипласы. Не понял, а чё Люцина не забанили? Может быть, Люцина на ФП заберут? А чё не банили? Банили Корки тогда в первой карте? Минус карма. Так. Фейкер наигрался против кармы в прошлой карте на линии. Лю. Ну, Дипласы шарят. Шарят. Собрали Люца на ФП. Нами отбирают его. Wait a minute. Это чем они будут играть с нами? Погодите-ка. Это нами без Люцина? Now, do they want to go Melio here again? That combo we have not seen had a lot of success. When you go back to like classic Lucian pairs, это нами без Люцина. Playing Brahmin to Nami does not seem like a great time. The rail, it should be a no-brainer here. I would be fine with Lee as well. А чем они будут играть? Дрейвен какой-то, да, maybe. Ну что-то агрессивное должно быть по идее. Афелиус, ну и Афелиус с нами что-то пиво какое-то. Блять, сейчас посмотрим. Так, Лисин для Люсида. Сона? Нихуя себе.
Почему Сона больше, чем Милио? Потому что они хотят агрессивно играть. Нами, по идее, просто против Милио лучше работает, потому что они выигрывают трейды. А Сона на рендже примерно таком же, как и Нами, может трейдить и так далее. То есть Нами аутрейнджит Милио. Я думаю, здесь какая-то такая логика, скорее. Чтобы трейдиться легче было. Так, ну Дрейвена-то банили. Вейн? Ну не, вряд ли. Вейн забанили. Так, ну чё, гумаюши, чё вы там придумаете сейчас? И это что за покемон? Ини для шоумейкера. Первая ини в сезоне. Ну из реальными как будто бы получше, мне кажется. Хотя до Кейтлин левому драфту добираться трудно будет. Типа Кейтлин нами будут душить линию. Кейтлин нами для Тиван. Я вообще в ахуе с драфта. Но Ли Син, Энни очень сильная двойка дипассов, где они просто один таргет удаляют, они могут с медведя кемпить фейкера и не давать ему вообще жить на мидии. А, wait a minute. Это хоб Кейтлин. А летальти Кейтлин реально ему лицо ломать будет слева. Но без Литл Темпа как будто играть на критовый Кейтлин, ну такое прям будет. Ну посмотрим, что там Гума сейчас накукает. Гума 12-1 в ЛСК. Ух, ебать, там накидывает Гума как больно. Кейлин уже без хила, Кейлин реколится. Well. I don't know. Void grubs. I almost called them the scuttle crabs. Да-да-да, трое с кометы просто, чтобы можно было против Гнара трейдиться. С кушечкой. Так, Люсит подъел одну личинку здесь у Онера. Онер другую смайтит, все, разошлись, 1-2. Мне нравится, как у нас эволюционирует контест личинок в целом. Если поначалу, в первой неделе, мы шли просто 4 на 4 с саппортами драться за личинок, то сейчас лесники приходят такие: так, братан, давай, одного ты смайтишь, одного я смайчу, третьего, ну, кто первый пришел, тот и забрал. Давай, по рукам, пошли фармить дальше. Все, похуй там на контент этих личинок. Там фейкер, походу, в мерке просто выходит первым сотом, потому что он себе уже мэджик-кредит купил, чтобы его ини не бурстило в Верли. Первая пластинка уже упала для Диван. Так, Шумейкер. Ой-ой-ой, Киберс! Люси забирает, Шумейкер практически соло килит фейкера. Даже Эмрез здесь фейкеру не помог, еще и флеш отдал. Блин, ну эймингу респект, он всего минус 4 там с линией, которая сильно их давит. Так, фейкер фловый был. Оп, Тиберс, КВ, бам. Кнопки откдешились, настакл стан. Тиберс просто бегает, бьет фейкера. А ну фейкер за вейв заинтил только что, кстати. Фейкер сдох за милишника и двух ренджей. О, тут Онер. Тед-дайв на боте. Келлен. Ой, Онер. Ой-ой-ой, Онер. Отстрел от эйминга, там перетурет потанчил. Онер не попал кнопками здесь четко. Диплас пережили этот дайв, что важно. Там, правда, еще фейкер двигается. Дипласы... Вроде респект, но все нормально. Фейкер возвращается на мид, Люсит тем временем забирает там редбафчик. Кинген. Мегаформа, там Люсит будет, там Люсит будет. Кинген, ульта. Выигрывает время, подходит Люсит, есть кик. Зиус. Губитель миров пошел в бой. Зиус флешаут. Так, дракон первый у нас все еще стоит, чилит, отдыхает. Вторая порция личинок на подходе. Онер выходит на топ. Кинген, флеш есть. Законтролил его Онер. Там еще вешка Зиуса. Кинген флешаут. Окей, топперы разменялись флешами. Так, Люси стартует Дрейка. Но это Фредрик.
Там сейчас еще шоумейкер Миза пушит, то что фейкер на базе был. Первого дракона получают. Так, шоумейкер сразу просто Тиберса ставит фейкеру на лицо. Минус пол хп, чтобы не расслаблялся фейкер. Гумаскири что-то посматривает, но нет, тут Люсит уже забрался. Да, Лисин уже с расколотым небом. Так, Люсит. Нашел Онера. Люсит. Там ТП в спину от шоумейкера. Полетел дальше. Здесь за Онером Люсит. А здесь шоумейкер Тиберс по двоим. Хорошо. Это должно быть два килла. Люсит попал по керри. Полетели. Там чарм от фейкера. Келлен забрал в атаке Онера. Люсит дофлешивается. Окей, два килла есть для дипласов. Хороший ТП от шоумейкера. Так, Люсит. Ну все нормально. Шоумейкер хочет задавить гумму. Тут ТП идет от фейкера. Окей. Фейкер. Прием. Фейкер. Ты что делаешь? Фейкер, ты что делаешь? Ты же знаешь, что они на реке были. Ты куда бежишь-то? Деменция началась или чё? Куда он пошёл? Он же знает, что они все там. Ой-ой-ой. Так, Кинген. Кинген без США. Подсай степу. Как же он хочет задоджить стан Нонера? Задоджил? Кинген! Но его все равно убьют. Ну, здесь хороший плей был, да. С телепортом. Тиберс по двоим. Гумму еще отзонили. Гумму сразу флешаут отдал. Хороший чарм фейкера был на предикт. Вот это было сочно. Но Люсит все равно... Люсит все-таки доел. Но вот дальше... Ну, блядь, ну куда? Так, о! Тут убили Келлена. Сонечка погибла. Баббл попал от керри. Келлен с Лошом был. С Лошом с ультой. Но, блин. Керри, так. Тут шоумейкер прилетел. Керри, волна была интересная. Зилс умер. Что в перерыве с Тиван случилось? Он давал волну на выход, конечно, но там прям далековато было. Дракон 2. А, ой, там еще и химтековый дракон под Сонечку. А если дипласы получат сол, it's over. Так, давим шоумейкера. Кинген без ТП. Там фейкер почти умер от вышки. Ой, как плохо. Люсит. Нашел гуму. Кик. Ой, Келлен ульта мимо. Но гуму убили все равно. Убили, да? Убили. И дальше остальных можно задушить. Там супер лоу хп. Фейкер без ульты уже. Слыша, Онер. Неплохо по шоумейкеру. Шоумейкера забрали. Люсит все равно хочет дайвить. Ну, как будто бы такое. Так, Люсит. Челлендж попасть с кушкой под вышкой по троим. Да все, походу надо выпускать. Кинген забирает метуру тем временем. Ну, вейв еще один подходит. Люсит. Полетел в керри. Барджампаут. Люсит. На мувик играет. Чат, сейчас клип будет. И полетел. Так, ну вышка еще одну дипласа скрывает. Третья вышка для дипласов. Преимущество по золоту уже 3000. Не, ну как будто реально лег, смотрю. Я хуй знает. Какая-то симфония скиллов происходит. О, мэн. Опа! Привет, Онер. Это третий дракон сейчас будет для дипласов потенциально. Зиус. Флешнул Келлен. Фейкер, кстати, много урона дал. Мейби доедят шоумейкер. Шоумейкер доели! Зиус! Зиус, пощади, да хватит! Соло керит игры на Троксе на своем. Фейкер полетел дальше за Эмигом, забрал его, вышел! Доел его все-таки Люси. 3 в 3 файт.
And Guma and Curry are like, guys, we're just gonna run away from this, I guess. Almost felt like we'd hit Сора, спасибо за 4 на месяц. Right, Люсит, остановись. Well trap, but... Сейчас у шоумейкера будет ТП, вы заберете дракона просто. Вообще там Монер идет с Герольдом на пару. 5 секунд, шоумейкер ТП, Кейлин бежит с базы. Не, ну это дракон для дипласов, точно. Да. Так, Онер. Онер сел на лошадь и потом сел на героя. Я не могу! Что происходит, Онер? Is he just flying as well? Is he just gonna run away now? Yeah, no, he's pieced. Ааа, блядь, чат, это полный пиздец, какой кошмар происходит. Олег! Это Олег. Это не Онер, это Олежа вернулся, тот самый Олежа. Олежа Долзару. Может, он сейчас в перерыве заболеет и Гувон выйдет играть? Я не знаю. Какая-то полная шиза в этой карте. Я... Так, тут Зиуса убили. Так, Шумейкер. Блять, он как будто телепортировался с этой шишки только что. Так, Онер умер опять. Бля, Люсит. Люсит не смей троллить игру опять перед Нашором. Ну вот, это вот, ну это Сулуку, но это не настоящая игра. Это просто подставили ники из Сулуку. Ну он, блять, на Лисине летит, ему похуй куда лететь. Ну вот это реально клип, где поют My mind tell me no. But my body. My body. Tell me yeah. И полетел. Ну куда? Ну Люсит. Ядрит Мадрид. Not even a little bit. It was fine until it wasn't. Great wave as well there from Carrier to ensure, because if Kalenka rotate off, then obviously the play is going to be fine. The only way you get out of that is if хорошая каточка, хорошая. No, absolutely not. Value. Так, дабл ТП Т1. На мидвейв, драться за душу. Эйминг, ты вперед, ты куда так вышел, Эйминг? Чар мимо. Флэш отвратительный от Эйминга, Эйминг заинтил. Да вы загибали, ну куда ты вышел так вперед лицом, Эйминг? Ну я не могу уже это смотреть. Куда ты идешь один в пятерых, блядь? Вы все ебанулись в этой карте. Абсолютно. Там какая-то, там какой-то вирус распространяется, блядь, по игре сейчас у них, или что? Это что, на шорде Тиван они закроют 2-0 сейчас? Люсит, все нормально, стопнули на шора. Ну куда Эйминг идет? Ну куда? У тебя шоумейкер вообще еще сзади. Дипласы стартанули на Шора. Ну все, 50-50 на Шор, то, что нам не хватало в этой карте. По шоумейкеру чарм попал. На Шор. Блять, Онер на Шоры забрал, Дил всех убил. Идите нахуй, нахуй, Диплас. Ну вот реально, Тиван делали все, чтобы вы выиграли эту игру. Я не знаю, Тиван просто троллили как только можно. И вы все равно ее въебали за форсе 50 и 50 на Шора. Это такой кринж! Это просто нереальный кринж! Эта игра в поддавки была. Обе команды играли хуже, чем Кармин Корп в прошлом сплите. Просто кошмар!
I don't think they can end on this wave, but 5 секунд эйминга. Люсит. Келлен пришел. Эйминг тут. Отстрел. Пробил неплохо. Там ТП в спину. Шоумейкер летит. Шоумейкер. Его увидели. Шоумейкер подкайтил. Так, там Зиус развернулся. Шоумейкер поймал Чарм. Сдох. Зиус... А Зиус троих втанчил. Ему похуй, он отрокся. Он так чувствует. Люсит. Полетели. Оп. Волна на предикт от керри. Бабл. Люсит умер. Я понял, чат. Чего не хватает нам? I didn't know KT was playing today, Valdez, but that's kind of what it's feeling like right now. Все, так сейчас сразу легче станет. Yes. 40 секунд Дрейк, но там так Vision хорошо забран у Тиван сейчас, что, по-моему, Дипласом особо не зайти никак на дракона. Well, the games were. DK almost won game one, and then they didn't. They were winning pretty hard in game two. Now they're not. Да, если бы Дипласты реально не делали просто абсолютную чушь в мидгейме, они бы могли в теории эту серию 2-0 выиграть. Они сами себе игры проигрывают. Так, Кингена сзади сейчас поймают. Кинген, флеш есть, если что. Кинген. Так, тут кик по фейкеру. Так, кстати, фейкера-то убили. Там дракон сейчас душа будет. Погодите. Сол для Дипласов? Надо контестить, бежать, 5-4. Идите к дракону! Похуй мидвейв! Дрейк! Вообще могли законтестить. Ну ладно, мидвейв заберут. На шор минута 40 заберут вижен. На Дрейка не пошли. Но мне кажется, можно было попробовать. Они бы anyway выиграли бы 5-4, скорее всего, файт Бизари. Так, но позицию Тиван на шоре забрали. Там пытаются Дипласы поймать Зиуса, видимо, но... Зиус там очень аккуратно стоит. Тиван трапает, Зиус в спине будет. Дипласы глубоко на мидвейв выходят. Шоумейкер... Сейчас будет флеш-тиберс искать по-любому. Зиус спину заходит. Флеш-чарм Фейкер! Фейкер без флеша остался. Так, мы поменялись сторонами. А Зиус просто топ пойдет пушить. Зиус просто сейчас ингип сломает. Кинген реколится. Кинген реколится. А по миду не хочет пойти Люция, например? Так, ингип забрал Зиус. Там огромный вейв еще на боте пушится, кстати, у Дипласов. Тиван на реколе так-то. У Дипласа тоже реколится. Там 50 секунд до Дрейка. Дипласы все еще в теории могут соло забрать. Ну, I guess на такой минуте трейдить сол на Нашора такое себе будет. Хотя они с Соной, там это Летальти Кейтин, мне кажется, они все равно отскидят. Не, ну Атрок страшный. Там опять Зил в спине что-то ходит, мидвейв отдали. Ну, надо стартить, да, надо стартить. Дипласы стартуют, еще один 50-50 на шорт, ТП в спину от Зиуса идет. Они видят, они видят, они видят, они в Зиуса. Или что? Так, окей, Зиус без ТП. Они хотят попробовать поймать Зиуса. Блять, их сейчас закроют. Шоумейкер, одна пушка на пол ХП, еще улетает Кейтин прилетела. Слыша? Окей, Зиус убили. Not bad. Там Кинген пока впитывает, Шоумейкер должны забрать его, Уонер взял. Фейкер.
убьет Келлина. Но Диван выиграет игру. Ну да. Но они очень долго еще шли в этого Зиуса. Они очень долго принимали решение. И Бодипласты такие видят этого Зиуса. И вроде такие, а вроде пойдем, и что-то развернулись сначала, Люси там еще Барон Пите постоял, к этому моменту Диван их уже сильно подпушили, и пока они дошли до Трокса, их закрыли спину, все. О, какая же крейзи серия, кошмар. Какая же крейзи серия, Диван закрывает 2-0. Могло быть абсолютно наоборот. Это самая безумная серия LCK этого сезона 100%. Что происходило в этих картах? Можно сделать так, чтобы обе команды луз получили за эту серию? Обе команды лузик. Техническое поражение. Распальцовочка. Ой-ой-ой, без комментариев, без комментариев. Ой-ой-ой. Пам! Он попал мне в сердце.